Ну что, ребята, всем привет, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем строить наш дом, который мы начали строить в предыдущей серии. Я надеюсь, он вам нравится. Я надеюсь, что вы не забудете поставить лайк за новую, точнее, за продолжение старой рубрики, потому что иногда Пиксельмон может надоедать, я думаю, все со мной согласны. И будет круто, если мы иногда будем разнообразивать, я не знаю, как это слово можно выговорить. Все наши действия, то есть не только Пиксельмон, потому что если будет Пиксельмон, он может надоеть, и, как я понял, он уже вам действительно надоел, потому что лайки прям чересчур как упали. Да ты издеваешься, Везер, вот. Лайки чересчур как упали, то есть если раньше мы набирали там по 200 лайков за серию за пару часов, то сейчас еле мы набираем 200 лайков там за пару дней. Поэтому, как я понял, Пиксельмон в какой-то степени вам уже надоел, и мы немного сократим выход Пиксельмона, то есть не так уж и часто он будет выходить до тех пор, пока мы опять не начнем набирать какое-то определенное количество лайков, чтобы я видел, что это вам действительно интересно. А если вам не интересен Пиксельмон, то тогда, в принципе, и нету смысла его делать, если вам это не интересно. Тут, ребята, также поднимаем все наверх. 4, 1, 2, 3, 4 ряда вверх. С этой стороны тоже нужно будет, но пока что давайте только с одной стороны. Чтобы не забивать себе мозги, сделаем с обоих сторон, а потом вот это все соединим. Давайте с этой стороны то же самое сделаем. То есть, как у нас тут должно быть? Где у нас тут вообще должна начинаться крыша? Ага. Крыша у нас должна начинаться вот тут, как я понял. Тут она у нас начинается или выпирает на один блок? Вроде нет, вроде тут она начинается. Давайте тогда приступим. Как я говорил в предыдущей серии, нужно делать вот так. То есть, смотрите. Нет, вот тут мы это делаем, да? Я это немного вот сюда. Замечательно. И тут соединяем, тут ставим, тут ставим, тут ставим, тут продолжаем. На один выпирает. Ставим вот так и закругляем. Вот так, ребята, у нас должно получиться. Вот тут, честное слово, я не знаю как. То есть вот тут два у нас блока, да, получается. Поэтому давайте так, что ли, попробуем. А тут, в принципе, вот так должно и быть. Тут вот так. То есть крыша — это такой самый баламутный процесс, мне кажется, как всегда во всех постройках дома. Ее, если честно, иногда очень сложно придумать, чтобы она выглядела как-то круто. У меня там что, монстры ходят, да, еще скрипер? Ну, в принципе, крипер и так не взорвется, но все же. Вот так, тут как, тут вот так и вот тут вот так. Все, ребята, круто, мы это сделали. Дальше нам нужно поднимать это все вверх на 4. Точнее, вот тут в ряд должно быть 5 рядов ступенек, да? То есть это очень просто запомнить. То есть 1, 2, 3 и еще 2. Вот так. И вот так. Замечательно. И, в принципе, ничего тут такого сложного нету. Дальше. Дальше, ребята, я не знаю, вот честно, вот тут я не знаю. Давайте, может, вот так соединим на всякий случай, потом, если что, поменяем. Вот так или вот там, фиг его знает, честно, ребята. Чтобы, знаете, хотя бы была видна середина, где она у нас будет стоять. Поэтому я вот так и поставил. Ребята, с этой стороны тоже так делаем. Давайте я это быстро сделаю, чтобы не затягивать. Ну, вот с этой стороны я тоже так сделал. И, наверное, нам тут же нужно продолжать. Но давайте сначала поднимем вот эти все блоки, чтобы они были видны, чтобы не было дырок в полу, да? Вот так, например. Тут, в принципе, вот так тоже можно поднять, мне так кажется. Хотя, может, даже вот так. Потом, ребята, посмотрим, пока что еще не знаю. С этой стороны нам тоже нужно поднимать. То есть, пока что вот так, знаете? Потом, если мы захотим сделать на нашей крыше какие-то окна, да, маленькие, то потом мы это все сами прорежем отверстие, да, и вот это все сами сделаем. Сначала простенький способ, вот это все затягиваем крышей. Это быстро будет, потому что с этой стороны ничего не нужно объезжать, как с той стороны, да, там у нас балкончик. Вот так, с этой стороны. Вот для этого я сделал вот это натяжной нафиг потолок, я даже заговорился. Вот так, чтобы было проще вот это все ставить.
Что я вообще хотел сказать, да, там, не знаю, ребята, просто, знаете, я еще болею с предыдущей серии, как я говорил, что мне как-то резко хреново стало, я еще до сих пор болею, поэтому, ребят, я прошу прощения, если я до сих пор кажусь каким-то вялым. А, в принципе, этой серии в один день как бы сделаны, да, можно и так сказать, поэтому ничего толком не изменилось. Не буду вас обманывать, да, что я там... уже, не знаю, выздоровел. В принципе, зачем обманывать, что я выздоровел, если я не выздоровел? Обманывать нужно, да, что, например, ты заболел, да, там людей, которые просят: «Эдисон, давай Пиксимон», а я: «Нет, нет, ребята, извиняюсь, я не могу, просто я заболел», да. В принципе, так тоже нечестно, по крайней мере, делать со своими подписчиками, это реально не очень, потому что если подписчики тебя любят и уважают, то ты должен делать это самое то с ними, то есть уважать их и любить, можно и так сказать. Вот тут нам нужен уже блок. Вот сюда. И что? Вот, я как раз сейчас взял вот это. И вот сюда нам тоже так нужно. Вот так. Вот это я должен был сделать с самого начала, но, как видите, я забыл, ребята. Но все же ничего такого страшного. Дом наш не обрушился, да, от этого, что там не было на начале заборчика. Так, тут у нас все ровно, вроде все ровно, да? Вот тут еще может как-то, я не знаю. Ну, в принципе... пускай будет вот так, что ли? Ну, пускай будет вот так. Вот так, ребята. Что у нас еще есть вот тут? То есть, тут мы все сделали, вроде все. И сейчас мы будем выравнивать в какой-то степени крышу, чтобы она не казалась такой колючей, да? То есть, острые углы, мы сделаем немного их вот так. Вот тут хоть убейте, я не представляю. Я вам, как говорил в предыдущей серии, да, то, что я... не знаю, что у нас тут будет сверху. Тут можно вот так сделать, то есть тоже такая опора небольшая. Вот тут, в принципе, тоже вот так можно. Я не знаю, почему там стоит вот так. Тут нет, ребята. Тут мы сделаем вот так. С этой стороны вот так мы сделаем. С той тоже мы сейчас так сделаем. Быстренько. Вот тут я вроде не забыл ничего. Да ты задрал уже дождь, честно. С этой стороны может вот так сделать, не будет казаться большим. Хотя нет, в принципе, мне кажется, как раз. С этой стороны делаем то же самое, ребята. Закругляем наши острые углы. Вот так. Тут вот так. Тут вот так. И вот тут ставим вот так. Ну, вроде пока неплохо получается, как по моему мнению, да? Ах. Так, ладно, что мы будем делать дальше, ребята, честно, не представляю. Вот тут я не знаю, может как-то... может как-то, фиг его знает, допустим... как-то вот так пускай будет, что ли. Я не знаю, честно, ребята, вот сейчас мы будем фантазировать, если это прикольно получится, то вот так и оставим. Если это будет тухло выглядеть, то уберем. Но пока что пускай будет вот так. Это тоже ставим, то есть нам это нужно протянуть всю крышу вот этим. Быстренько. Вот так. Тут я не знаю, ребята, может еще вот так сделать. А фиг его знает, честно, ребята. Может вот так хватит, чтобы не казалось очень каким-то большим. Вот так, например. Пускай будет пока что вот так. Фу, ладно, еще у меня башка вылетит, если честно. У меня все в голове кружится, но все же я уже решил достроить вот этот дом, чтобы не оставлять его на потом, да? Ах, ладно, 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 ребята. Давайте будем ленивыми, зайдем вот так. Ну что, что у нас тут творится? Как мы вот это все будем решать? Тут, я не знаю, может стоит поднять, чтобы более реалистично выглядело. Я не говорю, что так всегда нужно строить, да, то есть в одиночке. Один способ строить, вот тут совсем другой способ строить. Но все же. Давайте, я не знаю, честно, ребята, честно, не знаю, где у нас тут окна будут и вообще нужны ли тут окна. Хм. Вряд ли, хотя... вот тут, именно вот тут сбоку, да, мне кажется, окна будут уже очень лишними, потому что лучше окна где-то по краям сделать, например, где-то вот тут вырезать, да, окно. Мне кажется, если мы уже тут будем запихивать какие-то окна, то это уже будет казаться очень каким-то намудренным. И даже не то, что намудренным, просто будет не очень красиво выглядеть, как по моему мнению. Вот так.
Вот замечательно, ребята. Фу. Ну что, форму дома мы сделали. Давайте быстренько. Хотя нет, окна еще не будем ставить, потому что вдруг мы сделаем еще на втором этаже окна, потом это все возвращаться. Давайте сначала осветим немного, то есть куда-то сюда. Не будем мы лампы ставить, потому что это дом, можно сказать, в каком-то таком старом стиле, в том смысле, что в какой-то средневековой дом, что ли, можно и так как-то назвать. Например, вот тут сделаем. Тут тоже так сделаем. Не смотрите, что тут много места, мы потом цветочки туда посадим и все такое. Тут, ребята, вот как видите, я говорил, что это не нужно ломать, потому что если бы мы вот это все сломали, то нам бы нужно было вот это все чистить. А вот так как раз круто. То есть подвал нужно нам делать, как я уже ранее говорил. Но сначала давайте немного задержимся с подвалом и приступим к тому, зачем я делал... А ну тут вроде еще на один уровень нужно отпустить будет, да? То есть давайте еще быстренько вот так опустим, чтобы потом не затягивать. Вот так, ребята, я это все убрал, в принципе, вот пускай будет сейчас вот так. Потом, если что, исправим. Опять ночь, как-то быстро вот эта ночь наступает. Возвращаемся, ребята, мы сюда. Хотя, знаете что? Давайте потом, чтобы не путаться, сначала сделаем все на крыше. То есть, чтобы было как-то поудобнее, да, то есть, чтобы мы знали, ага, на крыше у нас уже все закончено, значит, будем строить где-то в другом месте. Например, сначала, ребята, берем вот это. Сюда я не знаю, честно, как ставить, то есть... Нет. А как я это делал? Ага, так, сейчас. Сейчас, ребята, сейчас мы... Я вспомню, как вот это я делал. Вроде вот так, да? Хотя нет. Вот так, мне кажется. Ой. Там дырку в крыше сделал, в потолке. Вот так, замечательно. И сейчас... Вот. И потом мы просто тут так поставим... И затянем все вот это окнами. То есть, как-то вот так. Ой, а почему это вот так у нас получилось? Кривовато. Сейчас, ребята, честно. Вот это я иногда забываю, как у нас вот это все делается. Честное слово. Ну, сейчас, ребята, я решу вот эту проблему, я надеюсь. А ну, давайте вот так попробуем. Хрен. Ладно, что-то сейчас придумаем. Ну что, ребята, так, сейчас... Опять вот этот дождь уже немного бесит. Но все же, как я понял, оно вот так не сочетается. То есть оно не сочетается вот так должно быть с полным стеклом. Ух. И знаете что, давайте еще сделаем. А может все-таки какое-то окошко вот тут, допустим. Допустим. Допустим, вот так. Во! Вот. Так у нас окошко тут будет, да? И вот тут, я не знаю, может вот это забабахать сюда, а вот тут, например, такой держак, что ли? Если будет такой держак, то вот это лучше убрать, мне так кажется. Или вот без этого. Или с этим. Нет, давайте без этого пускай будет. Фу, так, ну что? Давайте еще тогда вот тут быстренько сделаем. Вот тут, в принципе, мне кажется, что окошко как раз будут офигенно смотреться. Вот так. Давайте, в принципе, вот тут тоже затянем все вот это. Вот так, но тут уже панелями, да? Я не знаю, ребята, то есть я не буду готовиться к оформлению, потому что я не знаю, что сюда поставить. Вы можете решить сами. То есть можете вы сюда, я не знаю, честно, сделать какой-то склад себе. Ну, склад у нас будет в подвале, но тут можно, например, химическую лабораторию сделать или там мед варить, знаете, или еще там что-то. Ну, фиг его знает, то есть я это оставляю на ваше усмотрение, что вы хотите сюда поставить, если все же кто-то будет строить этот дом. Кстати, вот тут, в принципе, мне кажется, тоже можно вот так сделать. Про что я разговариваю? Я разговариваю про окошечки. То есть, если вот тут мы тоже вот так сделаем, допустим, да, вот так,
то, мне кажется, будет прикольно. С этой стороны тоже можно сделать, но хрен его знает, честно. Честно, ребят. Давайте, я не знаю. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться, если тут будет много окон. Например, вот так, да? Да, в принципе, прикольно, пускай будет. То есть, все, дальше вы можете сами смотреть. Я не хочу сейчас заниматься дизайном, потому что, честно, ребят, я просто сижу, умираю. И давайте уже как можно быстрее закончим эту постройку. Хотя, давайте уже еще сначала вот тут поставим. Вот тут и закончим вторую часть. В третьей части мы уже достроим вот этот дом. Ой, вот тут у нас вот так должно быть, да? В третьей части достроим дом. Серии небольшие, по полчаса, точнее как по полчаса, даже по 15 минут. То есть полчаса это у нас уже две серии получается. Но я не люблю даже когда долгие серии, если бы мы до сих пор сидели и тут уже больше чем полчаса строили вот этот дом. Да, конечно, мы бы вложили около одного часа, потому что еще одна часть нам предстоит. Мы бы вложились около одного часа, но это бы было скучно, мне кажется, для людей, которые там строят, да, там смотреть видео по 45 минут, по 50 минут. А мне кажется, лучше распределить каждое видео по какой-то степени, то есть по 15-20 минут, и потом разделить вот это все на части и достраивать. Ну вот такой, ребята, у нас домик сейчас получается. В следующей серии мы продолжим. С вами был Эдисон, я надеюсь, вам понравилась эта серия, я надеюсь, вам нравится домик. На этом мы, ребята, заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.